Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 8 марта 2023 года. Вчера уже вечером на рынке Привоз происходил беспредел. Значит, я так понимаю, охрана рынка Привоз подошла к парню, который продавал воздушные шарики. Ну, вот эти, знаете, такие с сердечками, там светящиеся. Вчера же было как бы 7 марта, да, накануне 8 марта. Решил там что-то подзаработать, какую-то копеечку. К нему, значит, подошла охрана рынка, я так понял. И попрокалывали ему все эти шары за того, что он не согласился платить за место, так сказать, свое торговое, 1200 гривен. Ну как, торговым местом это сложно назвать, то есть, ну, за то, чтобы его не прогоняли, чтобы его не трогали, они якобы требовали заплатить 1200 гривен. Ну, как бы эта цена неадекватная, он навряд ли бы там у него в общем бы наторговал бы 1200, уже не говоря там о чистой прибыли. Ну, как бы вышел паренек, да, там вечерком продать несколько шариков. Ну, короче, не суть не в том. Суть в том, что, как оказалось, у этих парней, которые подошли там и беспределили, у них была полицейская символика. И вот уже сегодня появилась информация о том, что в Одессе задержан мужчина за незаконное ношение полицейской символики. Вчера в сети появилось видео, где неизвестный мужчина, одетый в форму патрульной полиции, совершают неправомерные действия по отношению к парню, продававшему воздушные шарики возле Привоза. Впрочем, как оказалось, к полиции они не имели никакого отношения. Один из мужчин, которого зафиксировали на видео, уже задержали. Им оказался 20-летний парень. Он работает в одной из охранных компаний. Такие вот делишечки, так сказать, происходят. Пришла этот бумеранг, вернулся. Вчера парень беспределил, там пытался прогнать этого начинающего коммерсанта. Сегодня уже этого парня самого задержали за ношение шевронов патрульной полиции. Вот такие дела у нас творятся. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи. Всем пока.